немножко видео об вот этих вот голубях, которые тут свободно летают в этой клетке. Это, наверное, как их дом, что ли. И дома, собственно, да, сразу на берегу речки вот этой вот Варта, о которой я рассказывала уже немножко. Ну, рассказывала я о ней только то, что вижу, да, что вижу сама своими глазами и что знаю по Википедии. А это вот такой голубятник, да, его тоже классно, вообще красиво. Просто птичек посмотреть. Вот, сами птички. И отсюда от птичек можно выйти на свободный Wi-Fi. На вот такую красивую елочку. И, собственно, созерцать саму речку. А вот и супер домик для голубей. Сейчас я отсюда пройду, покажу вот так его. Здесь детская площадка. Вот. Ага, а голубь меня, наверное, увидел, что я тут его снимаю, и решил попозировать. Ой, молодец, спасибо. Красавец какой. Вот так. Да, голуби очень общительные с людьми. И красивые. Что ж, пока-пока, до встречи. Да, идут на контакт с людьми, причем очень хорошо идут на контакт. И позируют. Даже, кстати, позируют. Вот, видите? Да, кстати, голуби заметили, да, что их кто-то, да, что их снимает камера. Вот голубятник остался сзади меня. И можно посмотреть.